В Москве скончался Алим Кашеваров. Бобруйчанин работал в Крокус-Сити-Холл контролером и первым принял на себя удар, когда террористы ворвались в концертный зал. Белорус получил многочисленные пулевые ранения. Медики больницы имени Боткина неделю сражались за его жизнь. Март и торговые сети продлили программу скидок до июля. Условия прежние – минус 10% на социально значимые товары. Права на дисконт имеют многодетные, пенсионеры и малообеспеченные. Всего было выдано более 2 миллионов бонусных карт. Общая сумма предоставленных скидок – около 64,5 миллионов рублей. В городе готовятся обновить дорожную разметку. Объем работ значительно превысит прошлогодний. В 2024-м подправят 30 400 квадратных метров. В эти цифры не входит новая разметка, которую нанесут после текущего ремонта городских улиц. Сейчас дорожники ожидают поступления специальной краски. В Бобруйске продолжает работу двухдневная образовательная встреча «Урок как маленькая жизнь. План реализации. Итоги. Бонусы». Более 40 педагогов из разных регионов Беларуси совершенствуют свои навыки, изучают новые образовательные методы и инструменты. Цель программы – повысить методический уровень профессионализма учителей и развить сотрудничество. Белорусы присоединятся к международной акции «Час земли», которая пройдет 30 марта с 8:30 до 21:30. В этом году республика примет участие в 16-й раз. На 60 минут людей призывают отключить свет и электроприборы. Также погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Инициатива направлена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе.